Въезд в Солигорск продолжает преображаться. К юбилею города и дожинкам на домах 2 и 3 по проспекту Мира появились яркие композиции. Сейчас реализация идей получила продолжение. Началась покраска фасадов этих домов. Первым меняет облик здания по проспекту Мира 2. Чтобы работы были более долговечными, перед покраской провели ремонт стыков стеновых панелей здания и грунтовку поверхности. Для покраски основного фасада дома используются износостойкие краски тех же оттенков, что и для нанесения муралов на торцевых стенах для создания единой композиции. Работы ориентировочно будут окончены тоже 30 апреля. И после окончания работ по Мира 2 перейдем на фасад Мира 3, так чтобы у нас въезд в город, так скажем, арка такая, уже имела достойный вид, презентабельный, и для гостей нашего города было приятно визуально въезжать в город. Мы надеемся, что дальше работы продлятся по проспекту Мира и по улицам Октябрьским, так чтобы закончить полностью всю картинку. Планируется, что новый цвет приобретут фасады следующих домов по проспекту Мира, а также в перспективе по улице Октябрьской.